Глава 10. Путь, усеянный розами. Сумев пройти в комендантский час по охраняемым улицам города, пожираемого чумой, Амиция наконец падает в университет. Она находит Сингуини Ситенера, легендарную книгу, которая должна помочь Гуго преодолеть первый порог, от которого зависит дальнейшее развитие его болезни. Но у библиотеки их уже поджидает Инквизиция. Университет. Так, книга. Вспомни. Лука сказал, что она в подвале. Путь усеян розами. Откуда тут розы? Так. Иди на запах. Роз. Я надеюсь, здесь никого не будет. Мы спокойно заберем то, что ищем, и все, без проблем. Пришли, забрали, ушли. Вся глава. Ох, невероятно! Но где все книги? Ну вот, несколько лежит здесь. Ничего себе, они такие огромные. Энциклопедии целые. Да-да, огромные тома. Со знаниями. Вот тебе бы сюда, а? Немножко подучиться. За знаниями? Стяги, цветы. Да, тут есть розы. Я на верном пути. Сколько мы уже тут торчим? Я днем счет потерял. Да уже нигде день, где ночь не различаю. Сидим тут запертые. Все скоро закончится. Виталий притащил сюда паренька, который откроет последнюю дверь. Сидели, а теперь еще и сам Великий Инквизитор на подмогу заявится. Ох, что-то будет. Ну что, один на один. Хряси, нет его. Может быть, теперь можно и не красться? Наверное, да. Опять ты за насилие. А у меня разве есть варианты какие-то? По-моему, нет. Подошла, зачаровала бы его своей красотой. Куда нам нужно прикатить эту тележку? Я думаю, вон туда. Мы же сможем подняться. Давай попробуй. Везде валяются какие-то листики, бумаги. Листики книг. Картина. Что там? Там конь. Какая страшная тетка. А, давай посмотрим, на этой стороне есть ли у нас что-нибудь полезное. Сундук. Ну, немножко всего нашли. А тебе нужно что-нибудь скрафтить? Так, давай скрафтим горшок, а? Нет, нет такой возможности. Так, здесь не хватает, здесь тоже. Нет, это в рюкзаке нет места. А. Тогда вот этого, на что есть место, то и соберем. Бьет тебя вообще рюкзак. Это интересно. Ну что, алхимик, хватает тебе книг или еще притащить? Ежели умеешь читать, книг всегда недостаточно. Чушь, тут сплошь языческая дрянь. Сингуини Ситенера – это священная книга. Ее знания восходят к заре человечества, и они могут спасти всех нас. Так что продолжайте поиски, первейшее внимание уделяйте фолиантам в красной... красной обложке. Я хоть читать не умею, но я не тупой. Это книга, они тоже ее ищут, надо поторопиться. Да, пора нам самиться и поторопиться. И найти эту книгу быстрее, чем
стражники. И эта проклятая инквизиция. Опс. Yes. Action. Так. Усыпить? Мы сможем его усыпить? Тут крыс нет. Лиса, тебе не выжить. Блин. А это другой какой-то прибежал, что ли? Да, это тот алхимик. Мы же кого-то шлепнули там, нет? Шлепнули гладиатора, и прибежал за ним алхимик. Пока гладиатор падал. Нет, вон того. Почему? Я же стрельнула ему в голову, и он упал. Так ему пофиг на это было. Он же 5-го уровня или какого-то. А, понятно. Это ж тебе не обычный дед. Такие потырили немножко всего. У меня вопрос, нам куда? Надо пройти к тем дверям? Да, ищи где проход. Успеем ли мы? Во всяком случае, сучьи крысы из норы не повылазят. Я на верном пути, говорит Амица. Я тебе вот что скажу. Если он со мной хоть раз еще так будет разговаривать, я ему какую-нибудь книжку в пасть запихаю. С красной обложкой, раз он так их любит. Ха-ха, книжка «Очередная прекрасная идея для наших мудрых алхимиков». Помяни мое слово, мутные они, ребята. Правда твоя. От некоторых уголков бастиона лучше держаться подальше. Ох, и страсти там творятся. Давай не будем об этом. Здесь крысы где-то? Так, смотри, крысы. Крысы находятся там, нам нужно повернуть. Ну и что, они на них не бегут? Так ты повернись на 180 и загони их туда. Не вариант. Они меня-то не сожрут так? Давай проверим. Не поворачивается что-то? Нет. О, как ты это сделал? Так, а теперь, дорогие, бегите. О, они сгорают. Нет, так не работает. Подожди. Крыска, она тебя съест одна? Давай их туда загоним. У нас же есть вот эта штука. Там же свет горит. Да? Где? Вон свечи. Ты думаешь, это действует? Давай попробуем. Что-то не то, да? Да, что-то им пофиг. О, набежали. Отлично. Сработало. Теперь другая проблема. Надо избавиться от крыс. Ну давай повернем эту штуку снова. Они же, по идее, должны как-то уходить отсюда, а не просто там тусить. Ну, что у тебя еще есть? А, подожди, у нас есть же, помнишь? Создает мощный источник света, уничтожающий крыс. Вот нам эта штука нужна.
Так. Она точно на всех хватит? Ну, бедные крыски. От них даже лужицы не осталось. Что-то у нас тут есть. Эта штука, она что, вообще везде, повсюду расползается? Штука? Это она так крыс называет? Нет, вот то, что было там. За цепью. Ага. Шевелись, кузнец, для тебя есть работа. Видно, совсем плохо дело, если монсеньор Виталий тратит время на то, чтобы ловить вот таких вот попрошаек. Пленник? Да ладно, может он хоть дверь наконец откроет. Там мы не пройдем, здесь много стражей. Да как крысы это сделали. Только представь, какая тут сила нужна. Представляю, что бы они своей рукой сделали. Теперь им эта дыра ни к чему, они сами ее заводили. Видишь же, эти поганцы знают, что делают. Так, теперь мы возьмем камушек. Кажется, я что-то слышал. Сейчас вернусь. Осторожней там. Тебя может съесть этот ящик. Ничего интересного, отбой. Приятно. Он сказал приятно. Я думаю, он сказал принято. Да зачем ты ломаешь мою озвучку? Что нам нужно сделать с этими крысами? Нужно выгнать крыс из этой комнаты. Ну вот, это ставишь фонарь вот сюда, слева кидаешь ту же фигню, которая приманивает крыс, ну и светом их отгоняешь в ту комнату. И изи-пизи получается. Смешно так? Если у тебя, конечно... Есть эта штука, которая приманивает крыс. Ну вот эта штука, и куда ее вот сюда шлепнуть? Попробуй. Теперь свет не туда. Ну вот оставь так, что ли, пускай... Так будет, посмотрим, что будет. Вот какие-то уже вылезли снова. Они что, вылупляются оттуда? Как они тебя заметили? Беги на свет! Я вас найду. Короче, я не знаю, это такое... Мы играем в какой-то экшен. Ну все, он тебя потерял. Как крысы там появляются? У них там норка, что ли? О, сели, сели. О, нифига их там! Что это? Ты это видишь? Это у них такая боевой строй такой. Так убери свет полностью и сделай такой же способ, только не... Просто сразу беги к двери и все. Подожди, давай, может быть, их уничтожим просто и все. Ну давай, хорошо, давай я просто вообще уберу свет. Приманим туда крыс.
Да, ну и беги сразу к двери. Быстрее, быстрее, Митса, давай. Что-то я давно не вижу роз. Надеюсь, я не забьюсь с пути. Роз невидимо, где-то они есть. Давай посмотрим, что мы можем создать или улучшить. У тебя, как обычно, ничего не создастся. Вот, где желтый горит, там можно. Сумка для снарядов. А что еще ниже? У тебя там вообще ничего не прокачано в алхимии. Сосуды. Давай что-нибудь из этих прокачивай. И снаряды отвлекают ближайших врагов. Неплохо, совсем неплохо. Это что мы такое? Это вот мы огонь сделали. Улучшили огонь, то есть? Да. Создадим вот этой штуки. От Дориса побольше. Никаких вестей о юном Гуге де Руне? Капитан Николай продолжает поиски. В таком случае помочь нам с поисками книги может только один человек. Сын кузнеца. Вы с отцом изготовили эту дверь. Теперь ты ее мне откроешь. Нам велели сделать эту дверь как раз для того, чтобы подонки вроде тебя. Я великий инквизитор Виталий из Беневента. Ты понятия не имеешь, как я страдал. Смотри, какие муки я претерпеваю ради тебя. Быстрее, эписинглиш. Как тебя зовут, мальчик? Родрик. Я не хочу, чтобы Родрик испустил дух до того, как откроет эту дверь. Не повторяйте ошибку, которую вы допустили с его отцом. Уведите его. Быстрее, только бы их не упустить. Даже когда великий инквизитор говорит о спасении ближнего твоего, ты не можешь просто заткнуться? Ты на себя посмотрел. Ты что хочешь? Оставь. Его душа давно мертва. Как только книга будет у нас, мы с ним разберемся. Так, быстрее, быстрее, это не выходит. У нас проблема, там никуда не пойти. Родрик. Родрик, похоже, у нас у обоих проблема. Его кровь слабеет. Как долго эписинглиш сможет сдерживать укус? До тех пор, пока сильна его вера. Так, он меня спалит, да? Если я, наверное, пойду напрямую. А может, они тебя не тронут? Это все лишь алхимики. Лаборант. Может, его убить? Да им пофиг, они смотрят в одно место. Блин, камни кончились.
Он просто пошел посмотреть. Давай плавно уходи влево. Отлично. Ничего, пора топать дальше. Ты такая незаметная. Этот-то смотрит прямо сюда. Отвлеки его куда-нибудь направо, кинь что-нибудь. У нас ничего нет. Блин, мы все потратили, потому что на то улучшение. На твой страх и риск пробегай просто, может он не успеет тебя заметить. Вот тут же недалеко, вон тот шкафчик. Hey, давай так, прыгнись, прыгнись. Yes. Они наверняка где-то рядом. Охренеть, Аня, ну ты в опасной зоне. Аня, беги. Беги дальше. Родрик, бежим! Давай, давай. Дальше, направо. Посмотри, может есть выход. Нет выхода. Забирайся. Забирайся куда-нибудь. Аня. Нет. О, зато ты здесь. Хорошо сказано. Шевелись, теперь слушай меня. Мы с моим дружком служили при темнице Себастиона и изрядно наловчились развязывать еретикам языки. Храбрись сколько хочешь, только ты у нас запоешь, как и остальные. Жду не дождусь. Нормально, мы тут пробежали. Они пытать его ведут. Да, я понимаю, сейчас я им помогу. Ну что, узнаешь? Напоминает о папочке. Не смей говорить о моем отце. Да что ты? Вот как ты заговорил. Заработал! Вы полы испоганили! Ох, мы задели твою тонкую натуру! Мы эту мозаику несколько недель выкладывали! Где я вам мозаику? Открывай дверь! Не то отправишься следом за своим стариком. Я тебя убью, не сомневайся, когда вспомню, как открыть эту дверь. Ты уже не затягивай. Я мечтал об этом целых два дня! Дохни, сволочь! Не знаю, кто ты, но... Спасибо. Надо бежать, другие стражники наверняка все слышали. Это что за дверь? Особый заказ. Шедевр моего отца. Ты сможешь ее открыть? Было бы здорово. Эй, вы там! Стража! Это бы очень нам помогло. Здесь немного подождать. Ты сама горишь. А откуда у меня столько всего наберется-то? Мне бы камней побольше найти. Тут, видимо, другой способ какой-то есть. Да. Что случилось? Все, давай заново, короче. Я не слишком сильно замахнулась. Попасть не можешь, что ли? Убивай быстрее. О,
Ура, амбиция воскресла. Быстрее бегай вокруг и собирай все, что есть. But thank you. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. О, что это с огнем происходит? Не хочу тебя торопить. Но они уже близко. Чего он остановился-то? Ну давай же! Готово! Бежим! Они подняли тревогу, теперь нас так просто не отпустят. Стойте! Именем Инквизиции! Предупредите основную стражу! Эй, ты знаешь, куда мы идем? Что тут думать? Беги! Пойдем в тупик, и нам конец! Крышка! Мы все получим поганцев. Надо спрятаться. Нет, лучше давай их замедлим. Ну, замедляй. А, это поможет? Придется попробовать. Ну хорошо, мы в подвале. Для начала это неплохо. Открывайте, открывайте. Да что такого особенного в этой клятой книге? Она может спасти моего младшего брата. Пожалуйста. Я не знаю, где она. Знаю, что из-за нее запытали моего отца. Я убью их за это. Моих родителей они тоже убили. Попробуй выбраться отсюда вместе. Хорошо, а что с книгой? Не спеши, сейчас все увидишь. Их тут полно. Ого! Еще библиотека? Под библиотекой? Запрещенные книги. Мы потому и строили эту дверь. Эта книга просто обязана быть здесь. Она в красной обложке. Смотри наверху. Роза, видимо, это она. Придется лезть наверх. Так, а что, что это такое? Можешь мне помочь? Ага. Поднимай. Это лифт. Любопытно. Пауки словно указывают путь. Это твой путь к книге. Все просто. А чего они держат-то? Кажется, я поторопился. Я останусь здесь и побуду противовесом. А ты говори, за какой рычаг кинуть. Хорошо. Подожди, нам нужно понять. Да, нам нужно убрать отсюда эту штуку. Нет, подожди, он так не останется здесь. Почему? Да. Вот. А все, он сам это делает? Эй, ты же сказал, что будешь противовесом. Я старался, все сломалось. Хорошо, надо быть осторожнее, а то ты меня так прибьешь ненароком. Приплющу тебя как... Супер. А что у нас здесь? Ох, ладно, пусть лежит. Что? Что там такое? Терриак, ты взяла что-то? Лечебный отвар, в состав которого входит более 50 ингредиентов растительного и животного происхождения, а также разнообразных минералов. Чтобы снадобье набрало полную силу, требовалось больше года ферментации. Этот отвар ускорял формирование чумных бубонов, которые затем вскрывались с целью удаления инфекции. Смотри, как там много всего найти надо. Как много всего пропущено. А здесь он что будет двигать? Fine for me. Нет, тебе это не нужно понимать. Наверное. Я думаю, это пригодится, но потом. By the way, my name's Amicia. Кстати, меня зовут Амиция, а ты Родрик, верно? Ты много знаешь, Амиция. А кто вас нанял, чтобы сделать...
Монахи. Ну типа того. Они не более-то много рассказывали. Дверь придумал не отец. Он же ее изготовил. Я был просто подмастером. Монахи, которые охраняли Сингуэс и Тенера. Мы здесь эту штуку скинули. С этой стороны нам не пройти, надо подниматься где-то там, да? Что ты скинула? Ящик. Теперь нужно рассмотреть, куда нам нужно его подвинуть. Ты посмотри, о чем он тут будет двигать. А тут не двигается вообще, да? А, или он там занят просто. Ну, нам явно куда-то нужно ее подвинуть, чтобы подпереть что-то где-то. Тебе залезать по-любому вот здесь, да? Эй, не покалечься там. Может, мне? Нет, это все ради брата. Я ведь у него в долгу. За все это время, когда меня не было рядом, я уже привыкла справляться одна. Трудновато будет принести ему книгу, если ты сломаешь руку. Все будет в порядке, не парься. Может быть, сюда нужно поставить? Да, она же немножко опустится, а то поднимется, и ты там сможешь просто залезть. Если это не любовь, то не знаю, что и думать. Ха, ладно, пора заканчивать. Вот тут так же сделай. А мне, думаешь, это надо? Здесь вроде все четко, ровно. Так у тебя слева поднято. Слева поднято, видишь? Ага. Так он может просто подержать. Ну так а там он... Потом тебе придется отпустить ведь тот... Так я пройду, потом прикажу ему отпустить. Я же здесь не привезу ближе ничего. Да, тут же без вариантов. Сейчас все будет, смотри. Проходим здесь. Говорим ему, отпускай! Какая ты умница. Угу. Вот так, еще капельку. Идем, мы и так тут слишком долго заторчим. Вот она, наша книжка. Она у нас, даже не верится. Поверь, давай двигаться. Они будут здесь в любой момент. Они уже здесь. Че вы стоите-то? Я знаю тебя, Амиция Дерон. Мы довольно давно наблюдаем за твоим семейством, ожидая пробуждения макула в крови твоего брата. Можно сказать, выросли у меня на глазах. Нет, у нас не шанс. Идиотка, что ты собираешься делать с этой книгой? Я спасу брата. Получишь твоего брата и эту книгу, Амиция, я смогу спасти весь мир. Ну хватит, бегом, сюда. Бегите, бегите, от своей крови не укроешься. Вы, похоже, хорошо друг друга знаете. Он разрушил мою жизнь. Я знаю, как это бывает. Так, давайте только не потеряем эту книжку. Она в каком-то дырявом у нас пакете, мешке, я не знаю, что это такое. Готова? Там будет жарко. Я всегда готова, давай выбираться из этих коридоров. Согласен. Идем. Куда они провалились? Тише, нельзя рисковать книгой.
Тяжелый доспех моего вождя. Он отвернулся, я им займусь. Приведите в удовольствие, только подай сигнал. Займешься им, Родрик? За отца! Ого, ты часто этим занимаешься? Нет, но мне это начинает нравиться. Для чего я свои мускулы качал, а? Он один. Но он увидит меня. Да я его могу отвлечь. А, что это за шум? Ты заплачешь за это. Я не буду за это платить. Отличная работа. Не скоро он снова встанет, уж поверь мне. Там нас двое. Давай, ходи, тебе один мне. Я возьму того, что в шлеме. Так, давай разберемся. Важно знать, от начать одновременно. Скажу, когда будешь готова. Превосходно. Четко. Видишь, какая у нас командная работа? Он хочет просто привлечь твое внимание. Показать, да, насколько он силен. Да, он хочет с собой замутить. Красивый, сильный парень. Скажи, скажи мне, что она ведет наружу. Свежий воздух. Пахнет пожаром. Эх, зараза. Ой-ой-ой, пожар, неужели мы... Разве пожар там растет? Великий инквизитор еще там. Мне... Почем знать? Я вижу всех сходить отсюда. Отлично. Этим нужно воспользоваться. Крысы проклятущие. Вас тут не хватало. Крысы, щит. Нам до него не добраться, Родрик. Подожди, когда они отвели меня в бастион, для допроса я видел, как их алхимики делали какую-то бодягу. Она тушит огонь. Я хотел приберечь, но потом... Ну на, забери, отдаю тебе. Круто, давай сюда, конечно. Теперь у меня есть еще одно умение. Где оно? Вот оно. Гасит огонь. Тебе нужно попасть в огонь. Сработала, полезная штука. Особенно для них. А теперь смотри, что мы сделаем. Ты играешь с крысами, как с игрушками. Да, я играю с огнем. Все книги сгорят. Это не твоя вина. О своей книге думай. Да, надо отсюда уходить. Я должна найти Гуго. Я вот что думаю. Недоноски тут все запалили, чтобы удрать под шумок. Ох, они пожалеют, когда я их поймаю. Кинь в него огнетушителем. Или все, у тебя кончился? А, так, что нужно? Вот, гасит огонь. Погаси его факел. Факел его погаси. Хорошо, хорошо. Приятного аппетита, крыски. Забеги, пока они не питаются. Там еще один есть. Ты горишь весь, вот термище. Ты в порядке? Там еще кто остался? Да. Я думал... Я хотел... Да там сущий ад. Где спрашивается подкрепление? Чем они черти занимаются? Для стражников надо убрать одного из них с дороги. Так, еще раз, подожди, как их убрать?
Тот он вырубает, а этого ты камнем по башке. Не, так просто не выйдет. Надо вот этого брать большого как-то. Да вот он вырубит, а вот маленького... Вот отвлекальнее слева. Конец ему. Одним меньше. Мне кажется, увлекся. Хочу еще. Так, теперь давай, наверное, потушим огонь. Вон там. Сотика, что здесь случилось? А ты проходи просто и все. Нормально, сейчас его убьем. Твою мать, уходи. Вас сожрут! Кидай что-нибудь! Господи, нет, прости меня. Ты его подставила? Бедный Родерик. Кто ж подумал-то, что так может все закончиться? Take care of it. You're going to pay. Well done. I wouldn't like to have been on the end of that. It's not right. What's going on here? Так а все, проходи, зачем тебе он нужен? Может быть так? Нам обязательно туда идти? Да, дырки поглубже. Да жарко же здесь. Ах ж твою ж... А что теперь? Нет, спасите меня! За мной книгу бери. Не думай о них. Вон там, хватай. О господи! Помоги, мне нужна помощь. Заперто, и там огонь, отойди. Открывай дверь. Ты в порядке, Родрик? Беги, мы почти выбрались. Вот Титипо, налево. Давай же, сюда. Амиция, не тормози, ё-моё. Да бегу, 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 я уже за тобой прямо. И книжку несу, как малыша своего.